Захаров Караганду. А может быть, привезу с собой алматинского солнца. Поприветствую, дорогие друзья. А вы знаете, что? Вы видели, что? А вы знаете, что строили старинные алматинские? Более агрессивная, ну а Toyota Supra при всех своих мощах, но немножко не хватает этой машины. Старта именно того хорошего, плоского, резкого старта. И вот Дима-то Лужинка, мне кажется, чуть-чуть отстает. Теперь вся надежда на то, что Валера Бородин что-то сделает не так. А Валера не может отстать. Потому что он знает свое дело, да, если он где-то немножко проиграл своим соперникам, то теперь он все сделает идеально. И вот он уже едет к финишу, и вот он уже будет выбирать свое первое место. Задел фишку, господин!